Вот. Так что потихонечку разбираем. Разбираем дневные завалы. Народ приходил, народу было много. Сегодня суббота, день тяжелый. Дубна, потом были еще, к нам приезжали из Конаково и из Кимар. Из Кимар тоже приезжали, коротенькую шубку смотрели, молодежную. Может, заберут завтра. Так что работы очень много. Обещают в это воскресенье снег. Очень хорошо. Мерили сегодня вот такие шубки с английскими воротниками. Посмотрите. Черная, баллончик, английский воротник, хорошая норка. Хорошо смотрится. Длина 100, размерчики 44 и 46. 44 и 46. Молодежку сегодня тоже купили. Светлую. Примерок было много. Шапку продал. Шапку и варежки продал. Были варежки там в разделе товара. Зайдите, посмотрите, пожалуйста. Кожаная. Красивая кожа такая, узорчатая, с серебром, с овчинкой внутри и окантовочка норкой. Продали, 2600 продавали, забрали их, больше нету, без варежек. Надо будет оттуда их удалить. Удалить из раздела товары. Приходите и вы. Примерки идут каждый день, каждый день. Вот синий цвет, очень модный, посмотрите. Электрик. Рукав отстегивается. Длина 100. Поперечка. Фасон отличный. Прямая шуба с капюшоном. Вот такие вот разборки товара идут каждый раз после каждого выходного дня. Купили, сегодня еще продал мужской пуховик кожаный с отделкой из норки. Очень красивый, молодежный. Все, ждем вас на приметку. Пока.